Если идет речь о том, чтобы я спонсировал проект Libra, вот это мне интересно. Потому что, собственно, вот я этим проектом занимаюсь. В нем я понимаю, как идет, как производится начисление, откуда берется эмиссия. Потому что, собственно, я это и придумал. Ну, а что я могу сделать для проекта Libra? Вот. А теперь смотри, то предложение, которое я писал там в прошлый раз по поводу Libra.su, то, что касается Советского Союза, и то, что касается Libra.center. Libra.center, то, что в моем понимании, это реализация конкретных продуктов для удовлетворения потребностей людей. Да, это такой, пускай, кооператив, да, в который одни вкладывают, другие получают. А центр, вторая, да? Да, это про центр. Угу. Ну, я почему так, собственно? Ну, во-первых, доменное имя там было свободное, да, точка центр. Угу. А во-вторых, Рустам, он называл проект именно IT-расчетный центр. Почему? Я сначала как бы был против, да, потому что я же всегда за децентрализацию, но потом я пришел к выводу, что, значит, полная децентрализация – это анархия. И она, в общем-то, особо и не работает. А есть подход, называется сетицентрический, в котором есть сеть, которая работает более-менее автономно, но обязательно должен быть центр, это пускай веча назовем. Или центры. А вот центры не работают, один центр работает. Значит, веча, когда представители узлов, ну, хабов там их называют, да, при сетицентрическом, они собираются для решения важных вопросов, ну, это съезд союза там, блин, социалистический. Ну, да, да. Вот. То есть съехались, собрались, важные вопросы порешали и пошли дальше исполнять, в общем-то, уже без центра. Понятно, да? Ну, да, да, я понимаю. Так вот, вот эти важные вопросы, касающиеся распределения ресурсов, там, каких-то, ну, принятия решений, так или иначе. Но понятно, что на данный момент, так как у нас сети как таковой, ну, какой-то там не выстроено, да, то это должно с чего-то начинаться. Ну, и как, может быть, предложение, да, там центр, Libra-центр использовать для товаров, да, в перспективе это сделать центром принятия решений по важным вопросам. Потом уже, да, вот. И второе, это про SU, то есть Советский Союз. Там, то, что я писал, там без фанатизма. Опять же, нужно понимать, по-хорошему, любой проект, он должен приносить выгоду, да, то бишь какое-то финансирование, какие-то ресурсы. По-хорошему, там нужно осуществлять продажи.